Добавим еще спичек. А вот и она. Кто? Тыква на Хэллоуин? Не просто тыква, а взрывная тыква. Каким образом она взрывная? Потом все сама увидишь. Но сначала сделаю ей мордочку. Нарисую мордочку, которую я хочу увидеть на тыкве. И возьму зубочистки. Силуэт протыкаю зубочистками. Ну вот и готово. А чё она страшная такая-то? Ну так это же Хэллоуин. Какая еще она должна быть? А как же отверстие, ну там, свечку какую-то поставить? А, ну это все, конечно же, будет. Теперь мы вынимаем зубочистки. Не забываем ее почистить внутри. Вот теперь можем приступать к работе. По вот этим точкам будем вырезать глаза и рот. Ну, Пигги, как тебе тыква? Чё-то страшная такая. Зачем такую страшную сделал? Так Хэллоуин же. А с какого это перепуга она вдруг взрывная? Вот почему. А что это? Это спички. Но детям они не игрушка. Ну, и в чем смысл? В чем смысл, в чем смысл? Сейчас я задействую свою магию и перенесу нас на природу. Вот и все. Где это мы? Ты чего? Дачу не узнала? Ой, да, точно. И что с тыквой дальше будет? Дальше в тыкву берем и засыпаем спички. Ставим бенгальский огонь и поджигаем. Ух ты, должно быть здорово. Конечно, здорово. Ну что, давайте приступим. Только вы брысь отсюда. Опа. А чего это? А того это. Еще ожоги получите. Добавим еще спичек. Джахнула так джахнула. Ничего себе тыква. Действительно адская тыква. Ребята, не забываем подписаться на канал. И всех вас с Хэллоуином. Если хотите подобные эксперименты, пишите в комментариях. А вот те, кто правильно посчитал свинель в прошлом выпуске, а также ответил на вопрос в позапрошлом выпуске, это наши победители. А сегодня вопрос. Сколько пасхалок в этом видео? Ваши ответы пишите в комментариях. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажми на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.